В Орле стартовала акция «Письма Победы». И наш регион, кажется, первый, в котором уже приступили к сочинительству таких писем, адресованных ветеранам войны. Это уже традиционная всероссийская акция, организованная Министерством просвещения и волонтерами Победы. Она принимает разные формы, включая творческие конкурсы. Но самое главное в акции – это возможность скачать для письма специальный бланк или даже написать это письмо в электронном виде, чтобы потом распечатать. Письма можно писать конкретному ветерану, а можно обратиться к любому. Волонтеры Победы сами определят адресата и распределят письма. Их вручают ветеранам не только 9 мая, но и в честь 23 февраля и 8 марта. Кстати, в акции принимают участие различные знаменитости. У нас же первыми стали не какие-то ВИПы, а студенты автодорожного техникума. В библиотеке имени Пушкина у них состоялся телемост с ветераном Абрамом Миркиным, а потом разговор с ветераном сирийской компании. Тот рассказал о своей службе и своей войне. И так была подчеркнута преемственность поколений защитников Отечества.